Привет всем! Сегодня у нас 19 июля. Уже расцветает лобозник. Так вот он красиво цветет. Сегодня не очень тепло. Такая вот хорошая, не жаркая погода. Лобозника уже в лесу очень много цветет. По всем сторонам. Очень он ароматный. Готовят с ним чай. Такая вот сейчас красота в лесу. Осот еще не распускается. Вот уже вечереет. И вот уже начинают у нас расти первые грибы. Вот такой вот подберезовик. Вот такие вот у нас леса. Буреломы. Кто-то их еще объедает. Такие голые березы. Вот такая вот красота. Целое поле лобозника. Все в лобознике цветущем. Аромат стоит такой. Вот все белым-бело. Пчелы как-то особо не хотят тут летать. Вот такая вот красотища. Ну, а лес, конечно, поеденный. Не такой зеленый, как в прошлом году. И вот такая вот речка. Бабочки какие-то все летают. Вот еще вот такой вот грибочек красивый спрятался прямо около берега речки. Такой вот гриб сейчас усрежем. Это все подберезовики. Еще они только-только вот пошли. И вот еще один такой вот маленький березовик. Вот такая вот полянка. И вот такие вот ягодки, клубники. В основном только лобозник. Есть такие синие. Вот такие вот полянки. Кузнечики хоть начали стрекотать. А то все холод, да холод. Дожди. Даже не слышно было кузнечиков. А лес весь голый. И вот так вот цветут лилии. И рыбка плещется.
Ну вот, хоть что-то. Вот такой вот красивый грусть.